Здравствуйте! Всем приветик! Дорогие мои, я сегодня хочу вам рассказать об одном средстве, которое сейчас вот коронавирус идет, и то, что я использую на себе. Я везде на своем канале только то, что я использую на себе, то, что я знаю, то, что я проверила на себе. Итак, дорогие мои, сейчас у нас коронавирус, как вы знаете. Выходишь, ходишь в масках, идешь там в магазин, куда там в транспорте едешь. Так вот, что я делаю? Я делаю очень простое средство. Я беру водичку, вот кипяченая водичка, наливаю четвертую часть стаканчика водички. Затем, вот у меня перекись водорода. Это я вычитала, а еще давным-давно, лет 10 назад, я увлекалась Неумывакиным, профессором Неумывакиным. Так вот, дорогие мои, я это использовала на себе. И вот сейчас, особенно в это время, вот я беру четверть стаканчика, перекись беру. Так, теперь я беру вот маленький шприц, 2 кубика. Мне не нужна эта пипетка, потому что я открываю сейчас вот эту перекись водорода, и пипеткой я набираю. Вот, наберу прям пипеткой без иголки, набираю. Набрала. Так? Вот, смотрите, дорогие мои, я набрала. Что же я делаю дальше? Хотя вот я когда смотрела у профессора Неумывакина, и вот сделала, он говорит, 10-15 капель. И в нос. Ну, я проверила на себе, 10-15 капель – это много. Только начинаешь капать в нос, у тебя здесь начинает сразу так, знаете, жечь. Так вот, я сюда на четверть стаканчика вот капаю 5 капелек или 6. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 даже могу капнуть капелек. Что я делаю дальше? Этот я сюда в бутылочку, перекись, водичка у меня с перекисью здесь. Растворилась перекись здесь. Теперь я беру шприц. А я сейчас пришла как раз с улицы и с детьми там общалась. Дети без масок, все без масок. Но я, конечно, в маске. Но я прихожу домой, и что я делаю? Потом я беру вот этот вот и в нос, в одну ноздрю. Но я вам не буду сейчас показывать, потому что я буду плакать там. Ну, это раз и сюда. Закрыли ноздрю. И во второй носе. Все. У вас прекрасно все обезвредилось здесь. То есть вы все это себе вычистили все. Где-то вы вдохнули, где-то что. Вот. И я каждый раз так делаю. Пошла в магазин, а потом 5 капелек и сделала. Или же можно взять ватку. И ватку вот в этот же растворчик ваткой. И хорошенечко промыли носик. Дорогие мои, это очень хорошее средство. Себя обеззаразить. Так что, все проверено на себе. Только пошли куда-то, где-то пообщались в магазине или где-то, раз и сделали. Все, вот такой секретик, который я использовала и проверила на себе. Все, и будем всегда здоровы, и я, и вы, и все люди. До свидания.